Этот пожар, наверное, все уже видели. Но мало кто знает всю правду об этом случае. 29 января в Москве в 12-этажном жилом доме на 9 этаже произошел пожар. Два молодых человека и девушка оказались отрезанными от выхода огнем и дымом. И то, как они эвакуировались, это просто трэш. Один молодой человек повис руками на своем окне и стучал ногами в окно соседу снизу. Сосед открыл окно, и этот парень каким-то чудом просто перебрался на этаж ниже. Я видел всякие способы спасения с высоты, там по водосточным трубам, при помощи связанных между собой простыней, по всяким лестницам и прочее. Но чтобы без всего? Так потом этот парень помог своему другу спуститься на этаж ниже, и они вдвоем потом спустили девушку. Это реально подвиг. А собственно, почему так разгорелось, что люди не успели выйти? А вот вам ответ. Да, это поджог. Вот такие нелюди бывают и такое творят. Еще и автолестница, которая следовала на этот пожар, попала в ДТП. Один поджог, другой не пропустил пожарную машину. Короче, люди там реально были в опасности. Но не поддаваясь панике, они смогли выйти из этой ситуации живыми. Я не призываю вас действовать так же, как и те ребята в случае пожара. Лучше заранее подготовьтесь, имейте дома пожарные извещатели и средства пожаротушения. Пожар не нужно ждать, но нужно быть к нему готовым, учтите. И не горите.